Всем привет, на связи Владислав Барабанов, и это «Новостройки Санкт-Петербурга». Мы сегодня разбираем проект ID Кудрова от надежного застройщика Евроинвест Девелопмент, который не просто вовремя строит, качественно строит, но бывает даже раньше срока. Искренне рекомендую этот проект рассмотреть. Он прекрасен не только для жизни, да, но и для инвестиций, потому что очень хорошо и стремительно здесь растут квартиры и очень хорошо продаются. Находится локация, это Кудрова. Город Кудрово, юридический Всеволожский район, Ленинградская область. Ближайшие две станции метро – это улица Дыбенко и проспект Большевиков. От улицы Дыбенко до центра, до Спасской, буквально 20 минут ехать. По планировкам. Мы сегодня разбираем 4 евро планировку. В прошлых роликах мы разбирали студию однокомнатную, евро двухкомнатную, двухкомнатную. Евро трехкомнатную и трехкомнатную. Если для вас они актуальны, то по ссылкам ниже в описании можно с ними ознакомиться. Мы разбираем старт продаж, четвертый корпус, четвертую очередь. 6 апреля стартовали продажи, сегодня 8 апреля. Стоимость квартиры актуальна на момент съемки, то есть самые стартовые, интересные стоимость метра на сегодняшний день. Также, друзья, напомню, что с моей помощью можем приобрести квартиру в этом комплексе, либо в любом другом. И почему это сделать? Стоит сделать вместе со мной, потому что услуги для вас бесплатные, так как их оплачивает застройщик. При этом все цены от застройщика, все акции при их наличии от застройщика. При этом мы вас юридически сопровождаем, если понадобится ипотека, сами вас одобрим, у нас онлайн оборот со всеми банками. Вам для одобрения в банк бегать не придется. У нас есть свои ипотечные специалисты. Если вы из другого региона, поможем провести дистанционную сделку. И, конечно же, помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам, так как покупка квартиры – это индивидуальный момент. Сейчас пробежимся по планировке, далее расскажу преимущества, покажу на карте, где располагается, и в реальном времени, как выглядит проект, первый корпус, который уже сдан. Этот корпус, четвертую очередь, сдается в третьем квартале 2023 года. До третьего квартала 2024 вы заедете и получите ключи. Общий метраж 69,5 квадратных метров. Мы разбираем евро четырехкомнатную квартиру. Это вход квартиры 6,7 квадратных метра. Есть ниша под гардеробную 3 квадрата, либо можно сделать постирочную. Раздельный санузел 1,5. Далее кухня-гостиная 13,7 квадратных метра. Далее вторая, одна из спален 10,3. Выход из нее на лоджию 3 квадрата. Вторая спальня 11,7 квадратных метра. Раздельная ванная 3,3, второй санузел 1,7, есть ниша под шкаф в этой прихожей, которая 7 квадратов. И третья спальня 9 квадратных метров. То есть хорошая, практичная европланировка, где, по сути, реально максимально эксплуатируемый каждый квадратный метр. По стоимости на сегодня это 8 691 260 рублей. Это самый маленький метраж. Есть большие метражи. Если хотите больше метраж, оставьте заявку ниже, то подберу квартиру конкретно для вас по вашим параметрам. Пятый этаж из 12, отделка предчистовая, так называемый white box, выровнены стены, отштукатуренный потолок. Квартира подготовлена для того, чтобы вы могли воплотить свои идеи самостоятельно. Окна на две стороны, квартиру можно приобрести, друзья, как за прямые деньги, в ипотеку, либо рассрочку. Если планируется ипотека, здесь действует господдержка, но не бесконечно, она действует, а до 1 июля 2021 года. Чтобы получить одобрение по лучшим ставкам, 6,5% либо даже ниже, напишите мне в WhatsApp, одобрим вас по лучшим ставкам, мы подберем квартиру. Давайте пробежимся по преимуществам комплекса. От двух квартир на этаже, в среднем это 8, более реальные цифры. Высокие потолки 3 метра, опять же, это нестандартно, в среднем высота потолков 2,6-2,75. Здесь 3 метра, это с заделом на бизнес, хотя это комфорт плюс за счет локации. За счет этого, за счет 3-метровых потолков больше света, пространство будет, это здорово. Подземный паркинг, придомовая парковка, общественное пространство на крыше, специальная лаунж-зона для отдыха, для того, чтобы вы летом могли, например, в солнечную погоду в Санкт-Петербурге позагорать. Ну и в целом отдохнуть, пообщаться, почитать книгу вполне себе можно. Коворкинг на первых этажах, специальная зона, где можно поработать с ноутбуком, если вы фрилансер, либо работа связана с интернетом, ноутбуком. Также, если вы, например, планируете с семьей и с детьми проживать, коворкинг-зону можно использовать, так называемый ID Club, для того, чтобы организовать какое-то мероприятие, например, детский
праздник, день рождения своих детей. Дальше, Wi-Fi на территории комплекса, система диспетчеризации, то есть коммунальные платежи будут отправляться вручную в управляющую компанию. Это комфортно для тех, кто забывает снимать показания счетчиков. Парк Кервиль в 5 минутах, это здорово, после трудовых будней, выходные со всей семьей можно будет прогуляться. Также еще мегапарк недалеко есть. По локации на проспекте Строителей в Кудрово находится ID Кудрово. До метро Дыбенко ближайшего 2,8 километра всего. По меркам Санкт-Петербурга это супер близко. Таким образом выглядит дом, первый корпус, он уже сдан. Здесь в ближайшее время ключи люди получат. Мы с вами смотрим четвертый корпус, который сдается в третьем квартале 2023 года. Рядом Лента, в той стороне Мега, Дыбенко, Икея. Всем необходимым для дома можно будет закупиться. Кудрово в целом развитый район. Сады, школы, поликлиники. Все это здесь есть. Недалеко до центра Петербурга. Недалеко до метро. Застройщик надежный. Качество строительства. Вовремя 100% своих проектов сдают. И очень классное наполнение. Если рассматривать в принципе локацию Кудрово, это номер один. Номер один проект на сегодняшний день, по крайней мере, один конкурент сейчас появляется на рынке, но он все равно не так хорош, как этот. Поэтому, друзья, если хотите жить в лучшем доме, в Кудрово, да, либо в любом другом районе от надежного застройщика, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Почему стоит это сделать? Потому что услуги для вас бесплатны, так как их оплачивает застройщик. При этом все цены от застройщика, все акции при их наличии от застройщика. Юридически сопровождаем вас. Если понадобится ипотека, одобрим по лучшим ставкам. У нас свои ипотечные специалисты, онлайн-оборот со всеми банками. Для одобрения вам в банк ходить не обязательно самим. Только на подписание, когда будет сделка. Если вы из другого региона, поможем провести дистанционную сделку. И, конечно же, помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам. Так как покупка квартиры – это индивидуальный момент. Поэтому, чтобы забронировать, выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне WhatsApp. Также, если есть вопросы, задавайте их в комментариях. И бесконечно благодарен за просмотр. Ставьте лайки, подпишитесь на этот канал. До новых встреч роликов, друзья. Пока-пока.